Привет, друзья! Знаю, необычный формат для моих видео. Это подкаст. Но нужно. В особенности после долгого отсутствия. Или возобновления деятельности на моем канале. Я знаю, с чем, пожалуй, начнем. Я долгое время не снимал никаких видео, и на это были свои причины. И в первую очередь, это небольшое количество просмотров. И стоит в первую очередь задуматься, почему так выходит? А ответ прост. Как бы не хватало качества видео и его оригинальности, но на все есть свое решение. И я подумал, нужно отложить пока свой канал до лучших времен. И я считаю, что вот, лучшие времена не наступили. Но что же так поменялось в моей жизни, что я так решил? А вот, две вещи. И первая из этих вещей связана с моим переездом и нормальным денежным доходом на новом месте работы. Я думаю создать второй канал, Live, где я буду снимать про свою жизнь, дискутировать на какие-то темы, а может и то и другое, при этом катаясь где-нибудь по Европе. Ну а мой основной канал как был, так и останется про игры, прохождения, первые взгляды и так далее. Вместе с вами мы будем создавать тот контент, который будет хотеться смотреть все большему количеству зрителей. Поэтому, мой друг, я, конечно, так не собираюсь делать с других моих видео, но и видео это оно тоже особенное. Так что ты можешь поддержать мой канал лайком и оставить комментарий под видео. Мне будет приятно, да и видео благодаря тебе сможет увидеть большее количество людей. Так что не прощаемся. Скоро увидимся.